Спасла. Прекрасное упражнение, молодец, Дина. Это упражнение меня доводит до мурашек, потому что она делает очень чувственно, с ней каждый вдох, каждый выдох, каждое движение под броском отрабатывала Ренсанов, чтобы Дина попадала в каждый такт музыки. Изумительная танго кумпарсита, да. Но не просто танго кумпарсита, который мы да. все знаем хорошо, а в сопровождении голоса израильской певицы Ясмин Леви. И все это вместе в сочетании, конечно, очень ярко. Дина очень прибавила в артистизме. Очень это видно.